Всем привет! Хочу показать вам свои помидорки у себя в теплице на 25 мая. Я их уже подвязала. И вот такие вот они у меня уже большие. Теплица у меня не отапливаемая, поэтому это чисто для себя. Вот некоторые уже зацветают. На некоторых уже завязался даже плод один. А вот он, сейчас покажу вам. Вот у меня помидорчик уже один завязался. Единственное, что когда я их высаживала, все делалось на скорую руку. И здесь могут быть попутанные высокорослые с низкорослыми. Ну, так как это для себя, то, как говорится, разберемся. Между рядами у меня здесь редиска растет. Вот она. Высаживала я их, кто помнит, вот два ряда через 60 сантиметров, опять два ряда. Единственное, что с краю теплицы, вот с этой стороны один ряд. И вот они почему-то себя чувствуют не сильно. Или это сорт такой попался. Ну, как-то вот они слабоватенькие. Если эти помидорки все пошли в рост, вот они рванули все. Я их уже побривала, нижние листики. Некоторые листики я просто... Вот это высокорослый получается. Очень крупные у них такие листы. Поэтому я беру просто иногда вот так наполовину их обрываю. Снизу я все пообрывала, пасынки поудаляла. Как-нибудь покажу потом, как я это делаю. И как только я их подвязала, они просто рванули все вверх. Вот. И вот с этой стороны теплицы тоже видно, что они такие какие-то замухрышки. Вот я не могу понять, или это просто, что им жарко вот от пленки идет, или что. Ну вот они, вот этот вот край. Но здесь еще есть, мне сестра подогнала пару кустиков балконного чуда. Я их тоже сюда высадила, уже на огород ничего не высаживала. Ну посмотрим. В принципе, я как-то один раз пробовала выращивать в теплице помидоры, но они не сравнены с уличными. Поэтому будем ждать первых урожаев. Кому интересно, подписывайтесь и посмотрим, что у нас здесь вырастет. А пока всем до встречи!